22 октября планируется отключение холодного водоснабжения на 6 адресах Магадана. Воды не будет на улице Транзитной, 2-й Транзитной, 3-й Транзитной, Кожзаводской, на Транзитном переулке и Магаданском шоссе. Отключат холодную воду 22 октября в промежутке с 10:30 утра до 14:30. Прекращение подачи холодного водоснабжения связано с производством плановых ремонтных работ МУП «Магадановодоканал». Водоканал.